Скорее всего, у каждого города есть своя визитная карточка. В Гагре визитной карточкой является ресторан «Гагрипш». Это знаменитый ресторан принца Альденбургского, основателя курорта Гагра. В разобранном виде в 1902 году деревянное здание с часами было привезено из Скандинавии. Открытие заведения состоялось в 1903 году и было приурочено к основанию курорта Гагра. К слову отметить, особым гостем в 1912 году здесь был сам император Николай II. Внешний облик ресторана и интерьер внутри по прошествии лет остались практически без изменений. Радует и то, что механические часы у входа находятся в рабочем состоянии. Их по-прежнему заводят вручную. Туристы в наши дни стараются сделать яркие памятные фото на фоне ресторана и, конечно же, заглянуть вовнутрь, чтобы выпить чашечку кофе и отведать чего-нибудь вкусного, ведь ресторан по-прежнему функционирует. Неподалеку от ресторана находится и сам замок принца Альденбургского. Сейчас это уже частная территория, часть которой восстановлена. Другая же часть еще находится на этапе реконструкции. Посетить замок довольно-таки проблематично. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет много интересного.